Кубок главы по большому теннису на базе парк-отеля «Орловский» проводит с 2013 года. И каждый раз в нем принимают участие спортсмены из разных городов России, таких как Москва, Сочи, Калининград, Рязань, Калуга и, конечно, Видное. Игроки на наш турнир попадают по рейтингу. Наш турнир имеет высокую четвертую категорию, входит в календарь всероссийских теннисных турниров. Чтобы на него попасть, надо иметь определенное количество рейтинговых очков. Ольга Сорочкина выросла на теннисном корте. С 9 лет она профессионально тренируется и завоевывает на соревнованиях призовые места. К турниру за Кубок главы она отнеслась очень серьезно и настроилась исключительно на победу. Каждый день у меня тренировки по 2 часа плюс фитнес час. Главное не расслабляться и быстро бегать. И, конечно же, думать головой – это самое главное. Большой теннис – игра, требующая полной отдачи и внимания. Это борьба воли, духа и характеров. Тренер Павел Ситников считает, что спортсмен должен быть хорошо подготовлен не только физически, но и психологически. Теплые руки, теплые ноги, разогретые мышцы и все. И обязательно с холодной головой. Это другого напутствия нельзя никому сделать, ни одному спортсмену. Все участники волновались, в каждой игре ощущалась напряженная атмосфера, ведь проигрывать никто не хотел. Соперники, равные по силам, боролись до конца. В итоге первое место заняли теннисисты из Москвы. Среди девушек Марина Василевская и Ярослав Простаков среди мужчин. Сегодня был уже 5-й матч за турнир. Я считаю, что я показал сегодня, если не идеальный теннис, 100%, 85-90% от того, что могу. Вот. Хоть счет легкий, несмотря на это, все геймы были достаточно упорные, то есть... Расслабляться нельзя было нигде. В данном турнире у нас участвовали, потому что уже многие проиграли, 12 мастеров спорта. И год от года уровень этого турнира становится все выше, выше, выше. А со следующего года он будет еще выше, потому что в этом году нам удалось сертифицировать эти корты. Для подготовки к следующему турниру, который также пройдет на базе парк-отеля «Орловский», у спортсменов будет целый год для улучшения физической формы, исправления ошибок и тактики. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.